давай тест-драйв, УАЗика, нахуй. ГТБ на УАЗишу на рыбалке, ебать. Решили поиграть в боулинг. Бом-бом-бом-бом-бом-бом! Бля, что-то сзади упало. Полтора часа с пивом летают, ебать. Павел, как ваше самочувствие после таких действий? Бля, да ну нахуй, слышь! Пиздец. Ёбаный долбоёбы, блядь. Ты как? Блядь. Охуеть, ебать. Мы перевернулись. Короче, это нахуй последствия тюков ебаных. Чё, пацаны, заебись, ебать? Не очень. Не очень, нахуй? Блядь, ну нахуй. Я ебал, мне ногу раздавило, я вам отвечаю. Перевернулись, короче, мы на Патрике, нахуй. Там что-то выливается. Поиграли, блядь. По сочняку, нахуй, переворачивать его. С тюками в боулинг. Слышь, а лебёдку цеплять-то нет? Да, лебёдку не за что, мы её пизда, Васику. Перевернем. Пах, ты заглушил сразу? Да, лобовое как встало. Да пизда, пацаны. Да там что-то течет, надо это. Да хули ты охуел, на боку лежит, ебать, там масло, фриз, все вытекает, ебать. Тюк, капот, нахуй, вон он, и все. Вот он, злоебучий, нахуй. Тюк. Ну это пизда вообще. Паха, это уже понты. Мы его не перевернем руками. Ну, не, пацаны, да вы че, нахуй. Ладно, глуши, веду. Все, давайте. До следующих встреч.